Статья 67 Семейного кодекса Российской Федерации. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа родителей одного из них от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним, орган опеки и попечительства может обязать родителей одного из них не препятствовать этому общению. Если родители, один из них, не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве.